Всем доброе утро или добрый день. Лялька только что встала, иду проверять, как мои животные. Сейчас я вам Фунтика покажу. Вон Лялечка смотрит. Вот, у Фунтика какой беспорядок. Вчера ему давала тыковку, тут, кажется, смесь. Водички ему наливала, хотя говорят, воду не надо. А я все равно наливаю иногда ему. Даю водичку. Сейчас пойдем Лялечку кормить. Давно вы Ляльку не видели. Да, Лялюська? Мартюша, поздоровайся. Давно тебя подписчики не видели. Кушай хочешь. Все скушал, весь корм. А у нас такая замечательная погодка. Так, сколько у нас градусов? Ага, где-то 17. Вот так у меня цветочки стоят на подоконнике. Ой, вот этот вот цветочек, я не помню, как женское, что ли, счастье он называется. В общем, он у меня цвел не так давно. Вот этот вот цветочек я взяла у свекрови. Мне он так понравился. Смотрите, какой красивый. Вот такой вот он. Эй, Ляля, ты кушать хочешь? Да, сейчас дам покушать. Сейчас, Лялечка. Все зверяточки мои кушают. Мартин тоже кушает. Сейчас я себе кофе налью. Такую вот скатерочку постелила я себе. Сейчас кофеечек сделаем. Ну-ка, что у нас там? Пью вот такой вот кофе. Ну, это у меня муж такой покупает. Я-то как бы особо... Мне кажется, весь кофе одинаковый, поэтому... Всем привет, думала показывать себе с утра или нет. Сплю с косичками, с двумя, чтобы потом такая волна была на волосах, когда я их распущу. Доброе утро, мои дорогие. Ну, а что стесняться, я не думаю, что все такие красивые встают с утра. Ладно, пошла я пить кофе. Я еще не умею снимать в зеркало. Ой, а это что, у меня так прыгает запись? Вот это да. Вчера Ляльке принесла с работы вот такие вот вкусняшки. Альпенхоф, там была последняя упаковочка, я ее взяла. Грудка куриная по-домашнему для мелких собак. Кстати, Альпенхоф хорошее лакомство. И взяла вот такие вот куриный сэндвич. Это для кошек. Но Мартин такое не кушает. Вот сейчас ей дам вот такой кусочек. Сейчас покажу, что тут есть. Так, это у нас было Мидтайм говяжий рубец, баночка. Мы подъели, конечно, свои лакомства очень хорошо. Ляленька, подожди. Тут тоже говяжий рубец, один кусочек остался. Хорошее лакомство Мидтайм. Вот такие вот лакомства Бади идут. И, ой, это сейчас я вам... Так у меня тут запечатанное все, и я не могу точно сказать, что это. А, это сухожилия говяжьи. А вот здесь вот хрустики говяжьего уха. Такие. А здесь у нас идет... Лялечки не терпится. Здесь вот такие вот зубочистики, но Ляля почему-то это не кушает. Вот такая вот лапка кроличья еще. И там ушко кроличье. В общем, сейчас я это все сложу. Вот Альпенхоф достала. Вот так вот это выглядит. Куриная грудка. Вот запомните упаковку. Это реально очень хорошего качества лакомства. Ну, как заявлено на упаковке. Давай, покрутись. Молодец. Лялечка,
Лежать, сидеть, покрутись. Молодец, держи. Приятного аппетита. Вот так вот Лялечка у нас кушает. Умница Лялечка. Мартин, Мартюшка, кис-кис. Мартичка. Мартин, такой важный котеночек. Смотрите, какой он красивый. Я не знаю, может, скоро его подстригать будем, может, не буду. Может, буду вычесывать. Посмотрим. Довольный наелся мой котенок.